Здравствуйте! Вот в такой необычной студии сегодня этим вечером вас приветствует Наталья Змага. И Андрей Крылов. А все потому, что мы накануне праздника Дня студентов и всех Татьян, конечно же, решили организовать такой импровизированный, тот еще вечерний конкурс для студенток Татьян. И мы назвали этот конкурс «Татьянин сочельник», потому что Татьянин день-то будет завтра. Ну как же мы могли пропустить в нашу эфирную неделю такой замечательный праздник? Такой праздник. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира «Татьянин сочельник». Немного углубиться в историю, то в 1755 году, 25 января, матушка Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. Вот с этого самого дня, с этого самого 1755 года студенты и празднуют 25 января свой день студента. А это совпало с днем святой Татьяны Римской, поэтому и Татьянин день у нас и получился. И в нашей сегодняшней программе принимают участие Татьяны. Да, действительно, мы организовали такой конкурс своеобразный, расспросили у руководителей правкомов различных вузов омских, есть ли у них активные Татьяны. На примете Татьяна, да. Какая-то, которая принимала бы участие в нашей программе. И у нас определились 4 участницы, с которыми мы вас познакомим буквально через несколько секунд. И первая Татьяна появится в нашей студии буквально через мгновение. В гостях у программы «Тот еще вечер» студентка Сибади Татьяна Балановская. Учится на факультете автомобильного транспорта. Закончила музыкальную школу. Свободное время проводит в спортзале или с книгой. Верит в силу мысли, не принимает спонтанных решений. Любит путешествовать и мечтает прыгать с парашютом. Приветствуем вас, Татьяна. Вы верите в силу мысли. О чем же думаю я сейчас? Что сейчас было 4 Татьяны. И кого же выбрать, да? Вы маг и кудесник, занимаете свое место, Танечка. Следующей участницей, сейчас я, кстати, угадаю свои мысли, будет тоже Татьяна, представляете? Ты Ванга, прям настоящая Ванга. Я даже знаю фамилию этой Татьяны. Татьяна Зюкалина. Встречаем. К нам присоединяется студентка Омского государственного технического университета Татьяна Зюкалина. Считает, что учится в лучшем вузе на Земле по специальности «Таможенное дело». Своей основной чертой характера считает прямолинейность. Всегда говорит, что думает. Увлекается легкой атлетикой. Любит бывать в театре и на филармонических концертах. Девиз по жизни «Если не ты, то кто?». Любимая книга «Эрих Мария Ремарк. Триумфальная арка». Татьяна. Татьяна, приветствую добрый вас. Вечер. Добрый вечер. Проходите, занимайте Спасибо. Свое место. И еще одна третья участница нашей сегодняшней и программы. И короткая визиточка. Также тот еще вечер с нами сегодня проведет студентка Омского государственного педагогического университета Татьяна Суханова. Учебу совмещает с практикой. Преподает химию и биологию в лицее. Увлекается оригами, вязанием, вышивкой и бисероплетением. Играет на гитаре и поет. Любит кошек. Девиз по жизни – никогда не сдавайся. Свободное время предпочитает проводить с семьей или посещать театры. Рада вас видеть в нашей студии, Рада Татьяна. Вас... Наверное, сейчас все ученики Татьяны прильнули к экранам и правильно делают. Главное, чтобы эти ученики голосовали в нашей группе «Тот еще вечер ВКонтакте». Ну, об этом чуть позже, потому что мы встречаем 4-ю участницу. Татьяна в студию. Татьянин вечер в студии 12-го канала вместе с нами проведет студентка Сибирского государственного университета физической культуры, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Татьяна Бородина. Гимнастикой занимается с 4 лет. Играет на фортепиано, увлекается бальными танцами. Любит петь, но, признается, не каждый сможет устоять от ее вокала. Главная цель в жизни – самореализация.
Приветствуем вас. Приветствуем вас, Татьяна. Добрый вечер. Проходите, место. Пожалуйста. Ну, вот все четыре наши участницы, красавицы, умницы, студентки, заняли свои места. И я думаю, что вот как раз сейчас пора объявить голосование. Голосование телефонное. Телефонное, потому что голосование в нашей группе ВКонтакте «Тот еще вечер» уже идет полным ходом. И, кстати, у нас уже 7000 голосов. Если вы тоже каким-то образом решили повлиять на результаты голосования, незамедлительно регистрируйтесь в нашей группе «Тот еще вечер», подписывайтесь и голосуйте за Татьяну, которая вас поразила, удивила. Ну, или просто вы хотите ее поддержать. Ну, можете, как мы уже сказали, проголосовать по телефону. Если вам нравится Татьяна Балановская, студентка СИБ-АДИ, то набирайте номер прям немедленно, прям сейчас набирайте номер. 60-70-42. Если вы на стороне Татьяны Зюкалиной, студентки Омского государственного технического университета, ваш телефон. 60-70-43. Если вы хотите поддержать Татьяну Суханову, студентку Омского государственного педагогического университета, звоните. 60-70-44. Ну и если вы на стороне Татьяны Бородиной, студентки СИБГУФКа, ваш телефон? 69-56-43. В конце... Звонки все абсолютно бесплатные, поэтому, как вы только дозвонились, вам сказали, ваш звонок принят, ваш голос учтен, можно уже как бы не беспокоиться. Два гудка дайте и не дожидайтесь, ваш голос учтен. Ну, а если вы хотите поздравить какую-то Татьяну, близкую вам, родную, любимую, уважаемую, позвоните в студию прямого эфира, прямо сюда по телефону 695-644 и поздравьте Татьяну. Только очень коротко, потому что Татьяну можно поздравлять бесконечно долго. Кстати, быстренько, мою мамочку Татьяну с наступающим праздником, преподавательницу моей доченьки Татьяну Яковлевну. Ну, в общем, вот как-то так. Вот Татьяны прошли мимо меня, поэтому я не буду пользоваться служебным... А и подружку еще Таню Шкирину. Все, всех поздравила. Умница! Итак, 695-644, звоните, поздравляйте Татьян. Посещайте нашу группу ВКонтакте, там голосуйте и принимайте участие в нашем телефонном голосовании. Ну, а мы начинаем наш конкурс, и начинаем мы с творческого творческой части, да, нашей программы. И приглашаем студентку СИБ-АДИ Татьяну Балановскую. Танечка, как говорится, вам и клавиши в руки. Спасибо, вот, Татьяна. Кстати, пока Татьяна исполняла эту замечательную мелодию композитора Игоря Корнелюка, да, 89 человек проголосовали в нашей группе нашему ВКонтакте. Призыву вняли омичи и поклонники наших сегодняшних Татьян. Творческий конкурс продолжается, в нем принимает участие студентка Омского государственного технического университета Татьяна Зюкалина. Пожалуйста, Татьяна. Вам слово. Александр Блок. И вновь порывы юных лет, и взрывы сил, и крайность мнений, но счастья не было и нет, хоть в этом больше нет сомнений. Пройди опасные года, тебя подстерегают всюду, но если выйдешь цел тогда, ты наконец поверишь чуду, и наконец увидишь ты, что счастья и не надо было, что сей несбыточной мечты и на полжизни не хватило. Что через край перелилась восторга творческая чаша, что все уж не мое,
а наша. И с миром утвердила связь. И только с нежной улыбкой порой будешь вспоминать о детской той мечте, о зыбкой, что счастьем привыкли звать. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Наши Татьяны, которые сегодня в студии того еще вечера, богаты на таланты. И тому подтверждение наш творческий конкурс, в котором принимает прямо сейчас студентка Омского государственного педагогического университета Татьяна Суханова. Самонадеянно смотрит в окно луна, смотрит, как ты не спишь, молчишь, грусть. Всем вам намекнуть, чтобы не проиграть, мы должны рискнуть. Не надо печалиться, а жизнь продолжается. Она начинается с восхода и в любое время года. Не надо печалиться, ошибки случаются. Но может кораблик твой бумажный настоящим стать однажды. Не надо печалиться. Плачут твои глаза, а за окном гроза. Снова приснится сон, в нем ты. Твоя мечта, небо споет о ней струнами дождей. Не надо печалиться, а жизнь продолжается. Она начинается с восхода и в любое время года. Не надо печалиться. Абсолютно, абсолютно, Танечка, правы. Не надо печалиться. Вот так руки проходите, вот так вот руки и хотели уже по черным и белым клавишам шабу-дубу-дабу, шабу-дабу-дабу. У Татьяны вот забрать вот этот вот замечательный синтез. Я там видела и педаль, вы пытались. Педаль, все пытался. Творческий конкурс продолжается. Пожалуйста, выходите, Татьяна. Студентка Сибирского государственного университета физической культуры Татьяна Бородина. Я знаю, что Танечка буквально за ночь узнав, что она будет принимать участие в конкурсе, а он такой стихийный у нас, неожиданный. Мы любим радовать сюрпризами. И что же за ночь? Она за ночь сочинила стихотворение. Вам слово. Таня, ждем. За сутки мне вдруг сообщили, что надо выступить в эфире, представить свой родной Сюггук. И тут я сразу стала думать, как мне себя бы показать, да о себе-то рассказать. Всем здравствуйте, меня зовут Татьяна, но для своих я просто Таня. Люблю я спорт, встречи с друзьями, местами лежать на диване, ну и, конечно, вкусно есть. Могу вам на шпагат тут сесть и сальто прыгнуть, и стоя на руках ногами дрыгнуть. Но жаль, одежда-то не та, снарядов нету, вот беда. Но я надеюсь, что и без них смогу и рассказать вам стих. Учусь я в лучшем универе, и славно, что не на камере. Пришла я в стем на швенигрет, от выступлений отбоя нет. Мы и танцуем, и поем, и шутки шутим день за днем. Люблю студенческую жизнь за то, что вон сколько новизн. Люблю детей своих гимнасток, маленьких энтузиасток. Люблю я кошек и собак, люблю я милых черепах. Люблю я то, люблю это, порой даже всю планету. Родителей своих люблю, их за все благодарю. Спасибо 12-му каналу, что дали мне минуту славы. Надеюсь смело рассказать, чего могу я представлять. Спасибо, Таня, браво. Спасибо. За ночь вот такое хорошее, потрясающее, удивительное стихотворение. Мне очень понравилось. Главное не на камере. Это показатель таланта Татьяниного, понимаешь чего?
Вот ну, так. Так еще всякие снаряды. Она, наверное, мне кажется, и халахупы может, и шпагаты, и булавами. Но да что только, выбрала, наверное, такой оригинальный для спортсменки, да, жанр. Я напомню, что у нас идет голосование в нашей группе ВКонтакте. Тот еще вечер, пожалуйста, заходите, голосуйте. Кстати, вот плюс еще 100 голосов. Не скажу за кого, девчонки волнуются. Мы отобрали у них гаджеты. Они не видят результаты голосования. Видите только вы, дорогие наши телезрители. Если ваша, так сказать, Татьяна, за которую вы предпочитаете проголосовать, сейчас пока что проигрывает. Берите гаджеты в руки или телефон, звоните, да, пишите, голосуйте. Продолжается телефонное голосование. Телефоны вы видите на своих экранах. Принимайте участие активно в нашем голосовании. Есть телефонный звонок. Телефон Давайте студии послушаем. 695-644. Здравствуйте, представляйтесь и Добрый поздравляйте вечер. Свою Татьяну. Алло. Алло, вы в прямом эфире? Ну, кто-то испугался, видимо. Не пугайтесь, звоните, перезванивайте. Мы обязательно выведем вас в прямой эфир. Мы переходим к следующему конкурсу, который называется «Рассказ Татьяны о своей профессии». И начнем мы, наверное, с Татьяны, которая первая вошла в нашу студию. Это Татьяна Балановская. Студентка Сибади. Танечка, пожалуйста. Я учусь на факультете автомобильный транспорт. Моя специальность называется «Организация безопасности движения». ГИБДДшница, да. Будущее, да? Ну, подразумевает, что буду специализироваться. Инспектором, да? Да, ну не только. У нас обширная специальность, мы можем работать в различных сферах. В мире, мне кажется, очень много аварий. Как сказать, в нашей стране очень растет автомобилизация. Из-за этого у нас крупные аварии происходят, люди погибают. И я хочу приносить какую-то пользу своей профессии будущей, что я такой организатор, который будет помогать проектировать дороги, безопасность дорожного движения. Ну, вот так. Помогать людям. Помогать людям. Потрясающе. Татьяна, а вы можете какой-нибудь вот сейчас жест показать автоинспектору? А я проектирую. А, инженер. Вы проектируете. Да, девушки у нас, к сожалению, не стоят. Как жалко. Как жалко, что вы не стоите на перекрестке. Это было бы украшением омских дорог. Мы только измеряем. Только измеряем данные, чтобы... Вы меня немного опечалили, но порадовали тем, что дороги у нас будут красивые, правильно организованные, развилки, автострады и все остальное. И пробок не будет. Надеюсь. Татьяна Зюкальна, студентка Омского государственного технического университета. А вы в будущем кто? Я таможенник. Я учусь на таможенное дело, я будущий специалист. Моя профессия, она заключается в том, чтобы служить интересам России. Вот. Коротко и ясно, поподробнее. Да. То есть я отучусь, я могу в моей профессии, плюс в ней в чем? В том, что в ней очень много заложено таких узких специальностей. То есть я могу выйти не таможенником, я могу работать на любых коммерческих, государственных, к примеру, службах, организациях. Вот. То есть я тоже буду служить, так сказать, своей стране. Я патриот. Ну, мне кажется, еще Татьяна молодец, потому что у нас приграничный регион, и вот граница с Казахстаном нуждается в таких красивых специалистах. Спасибо. Танечка Суханова, вы заканчиваете Омский государственный педагогический университет и уже работаете, как было ясно из визитки. Да, я уже один раз его закончила, поступила снова, и теперь вот как раз этим летом заканчиваю и защищаю магистерскую диссертацию, и уже буду прям настоящим педагогом. А чем вас привлекает профессия учителя школы? У меня в семье очень много педагогов. И здорово. И если учесть, что я очень увлечена творчеством, я люблю стоять на сцене, то я сравниваю свою профессию, в принципе, наверное, со сценой, потому что педагог, стоя у доски, он тоже в какой-то степени, наверное, артист. Наша профессия уникальна тем, что мы постоянно находимся в общении. И причем я говорю не об общении со своими там сверстниками, друзьями, одногруппниками, родными и близкими, даже не с коллегами, а именно с детьми. И, наверное, мало таких профессий, которые нам позволяют общаться именно с детьми. Ну уж, ваша эта профессия позволяет нам общаться за день досыта, что называется. Говорят, профессия педагога заканчивается в 3 часа дня, на самом деле она длится 24 часа в сутки. Нет, она длится 25, потому что мы просыпаемся.
отправитесь на час раньше. Удачи вам. Спасибо. В вашем педагогическом труде. И ну, Татьяна Бородина. Студентка Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Участница команды «Винегрет». Пожалуйста, Танечка. Я учусь на кафедре теории, методики, гимнастики и режиссуры на бакалавриате, то есть по окончании университета я стану тренером, детским тренером. В спорте я уже давно достаточно, с 4 лет, то есть куда идти я знала точно и сразу пошла, потому что любовь к спорту мне уже заложил тренер. Угу. Вот, судя на своего тренера, я вижу, что это вообще за человек из себя. Удачных вам режиссерских разработок, высоких хулахупов и таких искрометных вот этих вот ленточек, и всего остального. И булав у вас. Вот, спасибо. У нас есть телефонный звонок. Да, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, представьтесь, и кого вы хотите поздравить? Добрый вечер. От большого коллектива 55-й школы сердечно поздравляю всех, Татьян, великолепных педагогов нашей школы. Их у нас 8. Они уникальны, красавицы. 8 Татьян, умницы, потрясающе. Замечательные учителя. Спасибо вам большое, Татьян, за этот телефонный звонок. Спасибо. Поздравления отправляются прямо сейчас в школу 55. Всем педагогам, всем Татьянам. Татьянам. Мы переходим к еще одному замечательному конкурсу. Конкурс мы назвали «История Омска». Хотим, вот кто-то из девчонок говорил, что патриоты, да, своего города, своего региона. Сейчас мы будем, ну, чуть-чуть проверять, буквально по одному вопросику. Вот если вы ответите правильно на этот вопрос, который мы вам будем задавать, вы получите плюс 1% к голосованию. Итак, внимание, Татьяна Балановская, студентка СИБ-1. Ответьте нам на вопрос. На 21-м листе чертежной книги «Сибири», там, где обозначено место впадения Амигвертыш, у самого устья стоит надпись «Предстоит прибыть новому городу». Эту карту составил в конце 17-го столетия первый сибирский ученый Семен Ремезов. В ту пору на РТШ стояло только два русских города – Тобольск и Тара. А вопрос вот какой. А во время правления какого царя была заложена первая Омская крепость? И подсказки. Это может быть Иван Грозный, Михаил Федорович или Петр I. Так, Омск основался в 1716 году, это Петр I. Абсолютно верно, вы Ура! Получаете... Вот. Плюс 1%. Плюс 1%. Татьяна Зюкалина, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Какие ворота новой Омской крепости считались главными и всегда использовались при парадных шествиях и церемониях? Ну, вот, может быть, такое. Это Тарские ворота, это Воскресенские ворота, это Омские ворота. Танечка... Тарские, наверное. Правильно. Правильно. Сейчас, кстати, все во время свадеб, ну, как-то так считают своим долгом пропрыгать на одной ножке и загадать желание. Не только. Татьяна Суханова, внимание, вопрос звучит так. Назовите первое каменное сооружение второй Омской крепости, которое было заложено в 1769 году. Подсказки. Ответ, подсказки. Это Воскресенский собор, Генералиссимовский дом, крепостные ворота. Какие, не знаю. Отвечайте. Крепостные ворота. А если подумать? А если подумать? Помолившись. Воскресенский собор. Правильно. Вы получаете. Я думаю, что сейчас интернет взорвался, проклиная меня, что я даю ну, какие-то... хорошо. Хорошо, ладно, хорошо. Все. Хорошо. По-честному. Уберем 1%. Да. Все, уберем. Татьяна Бородина. Слушайте внимательно. В 1789 году по указу императора Павла I в Омске открылась азиатская школа. Это первое учебное заведение нашего города. Оно готовило толмачей. Кто такие толмачи? Это писари, лекари, переводчики. Толмачи. Писари, лекари, переводчики. Любой вариант тогда. Давайте переводчики. Это абсолютно Правильно. Верно. Плюс Это 1%. Спасибо. И еще, наверное, успеем по одному вопросику задать нашей викторины, касающейся природы Омского да. Прииртышья. Итак, Танечка Балановская, какой остров на Иртыше в 18 веке называли островом пленников?
Я вообще без понятия. Ну какой вы остров вообще знаете на Иртыше? Ну, между Иртышом, который разделяет. Ну да. Левый берег. Это ну, берег это левый? Это левый берег. Зеленый остров. Пока что ставлю. Татьяна Зюкалина, ответьте, пожалуйста, что в переводе означает название реки Омми? Омми – это что, как перевести? Как вы думаете? И-на-да-та. Не подсказывайте, Андрей Юрьевич, у нас все по-честному сегодня. Я не знаю. Омми – это тихая. Тихая. Такая течет себе и течет. Татьяна Суханова, обязательно ответьте правильно на этот вопрос. Какое дерево считается старейшим в Омске? Яблоня, по-моему. Нет. Нет. Или... Тут, это... кстати, да, был подвох, так как вы биологию, да, преподаете? Да, но да? Я помню, я читала об этом дереве, оно очень большое, на нем висит табличка. Оно старое, да. Но самое старое – это ива. Белая ива, которая... А вот как находится... раз яблоня, о которой вы говорите, это самое старое плодоносящее растение, да, наверное. Да, правильно? Татьяна Бородина, пожалуйста, ответьте, где в Омске на одной территории живут лама, павлин, страус, сова и кролики, где в Омске на одной территории живут вот эти животные. Лама, павлин, страус, сова, кролики. В зоопарке. У нас в Омске есть зоопарк? Да. Где у нас... Были. А? Были. Где вот были? Были. А мы говорим сегодняшним днем. Татьянин сочельник, Танечка. Зоопарк у нас в Большеречье, а в Омске есть... Большереческий зоопарк? Тоже контактные зоопарки. Там ну, как он правильно называется? Нет, не угадала. Все хорошо, это детский экоцентр. Сломала природа у нас. Итак, с этой самой минуты прекращается телефонное голосование. И голосование в интернете. Наталья начинает подсчитывать вот эти вот голоса, а я пообщаюсь, что называется, вот с вами. Танечка, скажите, пожалуйста, а чем вот был обусловлен выбор вот именно Сибгувка? Ведь можно же было поехать из Омска там в Лесгов-то, там в Петербург, Москву. Да. Почему вот так? Удобно очень совмещать спорт с учебой. То есть мой вуз предоставляет мне абсолютно все возможности для того, чтобы я и тренировалась, и училась. Угу. Татьяна, а приходилось вам, ну, когда вы заканчивали бакалавриат, учились в педуниверситете, подрабатывать? Хватало ли на жизнь современному студенту то, что предоставляет, что принято назвать вот этой вот стипендией? Как выкручивались? Ну, выкручивалась я по-разному. Моя творческая, скажем так, жизнь позволяла мне всегда иметь повышенную стипендию, но и подрабатывать мне тоже приходилось. И уже даже в конце пятого курса, когда я заканчивала, не имея еще на руках диплома об образовании, я уже работала в школе. Вы отличница? Нет. А скажите, а почему иногда, ну вот, ну, говорят, что да нет, я никогда не пойду работать в школу, а вы вот пошли работать в школе? Я обожаю детей. Я не могу, скажем так, ну, наверное, они просто передают такую энергетику, которую невозможно взять нигде. Это профессия, которая позволяет развиваться просто без конца. Самообразование, саморазвитие, самовоспитание. И, наверное, мне кажется, ни одна больше профессия не позволит так заниматься, как бы... Простите, я вклинюсь, тем, чем попрошу нужно. Еще раз показать результаты голосования телефонного, потому что я пока не вижу. Вот, только подсчитала. Вот. Пока Наталья считает, я разговариваю с вами. Танечка, вот вопрос не в бровь, а в глаз. Хорошо. Вы не ошиблись профессией, не ошиблись дверью? Нет. А почему? Ну, потому что политех, я уже его так люблю. Вы знаете, я тоже люблю политех. Мое первое высшее образование было политехнический институт. Давным-давно, это было еще это в 1983 году. Ой, в 86-м я закончил, в 83-м я поступил. Я по первому образованию инженер-металлург. Ну, в общем, у вас тоже есть возможность, я так намекаю, очень серьезно поменять свою профессию. Главное, закончить технический университет, а там... Посмотрим. Ну, там посмотрим. Хорошо. Может быть, в Шабалинку, Таня, нужно было поступать? Нет. Почему? Ну, мы
музыкальную школу меня отправила мама. Вот. Я, как сказать, мама у меня по профессии музыкальный педагог. Я вот послушала маму, закончила музыкальную школу. Какая, Танечка, вы молодец. Всегда нужно слушать мам. Я не успела посчитать голосование, потому что оно меняется каждую секунду. Наверное, все-таки мне нужно время еще. И за кадром уже в нашей группе ВКонтакте мы объявим победительницу. Мы оставляем интригу. Да. Но победительница примет участие в съемках нашей программы на 12 канале, а всем остальным мы вручаем пригласительные билеты в театры, в музеи и, конечно же, в кино. Наши администраторы вам их вручат по окончании нашей сегодняшней программы. Девчонки, берем с вас обещание выложить в нашей группе, кто что получил в подарок. Хорошо? Все, всего доброго, большое. До встречи. И мы всех с Днем студентов поздравляем. Всего самого доброго. Наталья Змага, Андрей Крылов, мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. Мы передаем эстафетную палочку нашим коллегам. Владимиру Мутовкину, Наталье Рогалевой, с которыми вы встретитесь уже в понедельник. Всего доброго, до свидания.